Мне Маша. кажется, мама Ишода, только мама может это делать. The friend of Krishna. Или, например, друг Кришны. And the Radhikas, lover of Krishna. В особенности возлюбленная Кришны Радхика. They are the real conscious of Krishna. Только они по-настоящему сознают Кришну. If devotion means only to meditate and follow of one of them. Преданность означает медитировать и следовать кому-то из них. It's Krishna consciousness. Это называется сознанием Кришны. Not to Krishna. Не следовать Кришне. If I want to do this, it's not possible. Потому что если я даже захочу это делать, это просто невозможно. I will never Krishna consciousness. Так я никогда не стану сознающим Кришну. The moment I will want to decide to be Krishna consciousness, I will select one. Когда я захочу стать сознающим Кришну, я должен выбрать кого-то из них. My everything is Radha. Например, моя для меня все это Радха. I will serve Radha. Я буду and служить. I will see how she is conscious with this. Я буду наблюдать за тем, как она сознает Кришну. That is meaning of Krishna consciousness. Таково значение сознания Кришны. Mahajan gata supatha. Mahajan. What the seniors do, that is the way of doing. То, что делают старшие, нам нужно повторять и идти за ними. I give you example of the Jesus. Как Иисус поступал? Also. How he is deep, identify himself that he is son and the God is no God for me, Father for me. Как он сам себя называл сыном и осознавал сыном, а Бога он никогда не называл Богом. Он говорил, это мой отец. Right. So this way, he identifies his identity, soul, son, and super soul father. Он себя как душу осознавал сыном, а сверхдушу он называл отцом. Thank you. Yeah. Understand? Понятно. So identification is a relation. Потому что это отношение возможно только когда мы определяем вот эти роли, идентифицируем себя и Бога. This is our sadhana bhakti. Это наша садхана бхакти. We have to do it. Мы должны это делать. We have to make one example in our life. That to whom to follow. Мы должны выбрать этот пример для подражания в своей жизни, кому мы хотим следовать. If I want to love Krishna, that is Krishna consciousness. Знание Кришны — это когда я хочу любить Кришну. If I want to know Krishna, it's not Krishna consciousness. Потому что если я просто хочу о нем знать, то это не сознание Кришны. Information consciousness. Это сознание информации. And when information consciousness, never Krishna consciousness will happen. Когда вы находитесь в этом сборе информации о Боге, да, Кришне, то никогда с вами не случится сознание Кришны. When I will select as per my desire, devotion,
who is my example, who to follow, and I will become mad to follow that. Then they will teach us how they was conscious 24/7 with his lover, baby friend. Только когда я выберу этот один пример того, кто действительно любит Кришну, и начну следовать им и смотреть, как они любят своего или сына, или друга, или возлюбленного, только тогда это будет сознанием Кришны. So, clear answer? Вопрос понятен? Yes. Thank you very much, Maharaj. Thank you. Your katha is very sweet. What to do? I am very uneducated, foolish guy. So to understand myself, I do this way. Gurudev, you are totally in love. And when we are talking with you, your love vibes is going to us and we can feel that. Gurudev сказал, что он глупец, что он говорит только для того, чтобы для себя что-то прояснить. Но я говорю, Гурудев, вы полностью влюблены, и мы вашим настроением питаемся, буквально чувствуемся. You know, that before was love is the way. Jesus also. Jesus also. Love is the way. Только любовь — это путь. And goal is God. А Бог — это цель. Shastra also say, love is the way, goal is the God. И шастры также говорят, что любовь — это путь, а цель — это Бог. And Mahaprabhu changed this. А Махапрабху взял и поменял это. What he changed, you know? Что он поменял? Love is the way. And love is the goal. Любовь — это путь, и также цель — это тоже любовь, не Бог. It means Radhika is the goal, Gurudev. 100%. Krishna become a student of Radhika. Я спросила, что Radhika — это цель. Gurudev говорит, 100%. Radhika. Что Radhika, любовь — это цель. Настроение Манджари принес Махапрабху. He took the mode of Radhika. Потому что Чайтанья принял настроение Радхики. What is meaning that? Taking mood is becoming your shelter. I take your shelter, so I take your mood. Что значит принять настроение? Это принять прибежище. Я принимаю прибежище и принимаю твое настроение. People say, I took the mood of Prabhupada. I took the shelter of Prabhupada. What is this? Mood taking. Некоторые преданные говорят, я принял настроение Прабхупады, я принял прибежище Прабхупады. Что это значит? This is Chaitanya gift. Таково, таков дар Чайтаньи. God take the mood of Radhika. God, Supreme God, come to test the mood of Radhika. Верховный Господь пришел для того, чтобы попробовать настроение Радхики. And he knows this mood taking is a very difficult thing, so he cover also with Radhika. И он понимал, что очень-очень сложно, потому что он в любой момент может сбежать, поэтому он покрыл себя целиком, сверху тоже. If I want to go for other thing, I cannot go out. Для того, чтобы он не мог убежать, да, Кришна очень такой непоседливый, и он покрыл как бы также ее сиянием себя со всех сторон. Lockdown, like a lockdown. Like a corona lockdown to us.
На локдаун, также Кришна себя на локдаун закрыл со всех сторон Радхика. Ну, точно. Марсия в Каруна Май локдаун. Каруна Май. Thank you, my friend, that I see you. Спасибо, мой дорогой друг. Я наконец увидел тебя. You are disciple of? Нараян Махарадж. Oh, yeah. Param Bhagavat, Param Rasik. Param Rasik, Нараян Махарадж. Бхагавадан Прабху, ученик Нараян. He is living in his Sarupavi. Он всегда жил в своей Сварупавеше. Hidden path of devotion. Книга сокровенная. If you understand, then you know what is the Raga Bhakti. Если вы ее читали, то вы знаете, что такое Рага Бхакти. If anyone comes to my ashram, if he has to buy my books, he has to pay for that. If anyone wants, I give hidden path of devotion. Because Raghavati will not come. He says, give Bhagavad Gita. Когда кто-то приходит в мой ашрам, мои книги нужно заплатить за них, но сокровенный путь преданности я так отдаю. Чтобы понимали, что такое Рага Бхакти. It's a Bhagavad Gita of Raga Bhakti. Это как сокровенный путь преданности, это как Бхагавад Гита Рага Бхакти. Гурудев. Vamshivadam Prabhuhi translated your book, and I think that we all together translated Hidden Path of Devotion, right? Only two pages. What is not that discussion with Narayan Maharaj and GBC's or ISKCON devotee, this was German class. That is no meaningful. Sorry, Gurudev, I didn't catch. What? Explain. German class. There is a two-page include German class. You class? Read. This German class is blocked to you. And Raga Bhakti, no need any stone for blockage. Так, что-то я ничего немножко не поняла. Какая-то речь о немецком классе, который блокирует. Two pages of book. Hidden path of devotion. Hidden path of devotion. That is blocking. And Raga Bhakti never block. If you block, your flow will stop. Рага Бхакти никогда не должно блокироваться, иначе этот поток, он прекратится. Suniti can say about that. Suniti. Suniti Didi может. He translate in German. Can you explain? I didn't catch about this German class, which is blockage. What it means? Yes, when I was translating this hidden path of devotion, I noticed that they put one class. Also the devotees who were making the book, they put one class inside there which was very negative about speaking about Babaji.
Окей. Суните Диди, она перевела «Сокровенный путь преданности» на немецкий сама и выпустила вот много лет назад. И у нас тоже, ну, в английской версии везде, там внутри книги составители поместили, ну, такую статью не очень хорошую, где всех бабаджи просто под одну гребенку гребли, что все ужасно, все там плохо. So when I understand that this was the choice of the editors, then it was my choice not to take this inside of the translation because it had nothing to do with the talks of Srila Narayan Maharaj and the other devotees. Я поняла, что если это был выбор редакции поместить эту заметку, то я как, ну, сделала свой выбор не помещать ее, потому что она, ну, как бы не соприкасалась по настроению вот с этим потоком Арага Бхакти, который Шрила Нарайана Госвами Махарадж, Шрила Гурудев, он, ну, вел эту линию. When we want to advance in Arāga Bhakti, it is very important to be respectful to all devotees and not look at any external considerations. Очень важно, когда мы хотим развиваться именно на пути Рага Бхакти, быть очень уважительными ко всем преданных, и не делать вот эти блоки самим себе вот такими разделениями. But in our societies there's still a lot of Vaidhi Bhakti, and so we are judging each other, and then also it's very difficult to come into more loving feeling in the mood of Srimati Radhika. Поскольку в нашем сообществе Сунити Диди, она тоже ученица Шрилы Нараяны Госвами Махараджа, и, ну, она знает про всю нашу специфику, то есть там микс, да, вот в обществе Вайди Бхакти, да, и немножко Рага Бхакти. И Вайди Бхакти — это судить, там разделять, да, вот, ну, такие настроения немножко вот, разделительные и судительные. I also took this part from the audio version because I had no, I cannot speak it out. Really. That you realize you don't see externally anything. Why to bother? Я сказала, что в аудиоверсии я тоже, ну, эту статью не стала переводить, где там всех бабаджи, ну, как такая обвинительная, потому что, ну, я просто тоже, ну, не могу это, я уже, ну, мне такое тоже настроение не очень близко именно сейчас. И Гурудев говорит, да, это верно, что если мы we хотим... Can give distance to block the flow. Что мы можем просто блокировать этот, свое развитие. It's a flow, it's a waves, no? It's a waves can stop it also, no? Как поток, как волны. Они могут остановиться от таких настроений жестких разделения. Flow is a... Thank you. You need to go, yes, Vamshwan? Yes, I need to go, yeah. I'm very sorry. Thank you very much to everyone. Radhe, Radhe. Radhe, Radhe. Devotees, Dandavat Pranamas. Radhe, Radhe. He has a lesson. He's a teacher. Yeah. The question, what is the question? What you... У русских преданных есть какие-то вопросы, или мы продолжим книгу дальше читать? Where is my Jagdish Prabhu? Есть вопросы, нет? Хари Кришна, есть. Я вот там писал свои вопросы. Раде, Раде, Ананта Прабху. Раде, Раде, Махарадж. How are you? I'm fine, thank you. And who? And the, who is always lying? What is the name? Shyamasundara. Yes, Devo. Devo, Radhe, Radhe. How are you? Shyamasundara Prabhu. Radhe, Radhe. Radhe, у меня всегда тысяча вопросов. Можно задать?
He has thousands of questions every time for you. He has to ask. I want it. Я вчера читал, по-моему, 21 стих Шиширадха Сутханидхи, да, Говинда Махини, я вам объясняю. И там такое место было, Рада убегала на свидание ночью с Кри, да, в Тулусе, там, в Кинкари. И затем, ну, говорится, что спину, ей как бы, ее окликнули старшие о том, что ну, видимо, она что-то делала по дому, по хозяйству, и они, ну, ее родные, родственники, старшие, они окликнули, ты куда? А она как бы промолчала, сделала глупое лицо и убежала. И говорится, что спину, там такая строчка есть, Ананта Дас Бабаджи комментирует, что ее родные, спину ей летели проклятие, критика. И вот мне интересно, да, вопрос мой. Как она затем возвращается, ну, и как ее встречают. А она как Ганга, да, Ананта Дас Бабаджи пишет, что она как Ганга сметала все на своем пути, стремилась, да, в океан Шьямасундары отдать свою любовь. И вот мне интересно, как, ну, мой вопрос в чем состоит, как она потом возвращается. То есть возвращается, и как что родственники говорят. Да, ну как она вообще вот эту ситуацию, потом как она... Ну, то есть там мне, ну, лила кончилась, да, даршан, витпрути. И как бы этот момент, ну, мне интересно, ну, как бы... Это второстепенный, конечно, такой вопрос, но... Но вот как бы, что меня подцепило, что, да, она реально глупенькую такую девушку из себя... Она хихикала, молчала и бежала, ну... Полностью, ну, как бы, проигнорировала родственников, родных там. Ну, как бы, как, может быть, Ананта Дас Бабаджи наверняка знает, да, то есть, как потом эти ситуации разруливаются подобные? Это 21 стих Радараса Суданитхи? Да, ну, если я не путаю. Хорошо. Да, рады, спасибо. Гурудев? Я? Question of Шьямасундари Прабу is... This. Yesterday he read Radha Rasa Sudanidhi, 21st verse, he supposed. And in this verse, it was described how Radhika in the late evening went to Abhisar, like Ganga is flowing to the ocean, yes, to her beloved, to give her love. And her mother-in-law and others, they noticed that she is going out of home. And it was said that when she was running, they scolded her and they cursed her at the back. But Radhika was so in the rug and in intention that she ignored everything, just behaved like Mugda girl and just go. And Шьямасундари Прабху is wondering how then she is coming back to her relatives because they know that she was out and they cursed her. How it is? I have to see. In Anandas Babaji book? Yes, in Anandas Babaji book. 1 minute. Which verse? 21 стих. 21st. А? 21st. No, he has to see. Сейчас посмотрят книги. Yeah, 21. 21, what is that? Govinda Mohini, I can read it in English. Uh-huh. Yeah? Okay. O Shri Radhike, O enjoyer of amorous pastimes, O river of divine pastimes, O beautiful lotus-faced girl, O strong river meeting the nectar ocean named Shyam, O girl with a beautiful navel, like a deep whirlpool,
please come closer to me. When Krishna places all enchanting fruit, Srimati rushes out to meet him as a forceful river goes forward to meet the ocean. Vinamini, you're translating? We will read in Russian. По-русски прочитайте, Шьяма Сундари Прабху, у вас открыта книга? У меня просто нет текста. Can you, у вас не слышно, микрофон включите. Рады, рады. Прочитайте на русском. Да. О Шри Радхика, о наслаждающийся любовными эротическими играми, о река божественных игр, о прекрасная лотосоокая девушка, о стремительная река, встречающаяся с океаном нектара, Шьямой, о девушка, чей пупок прекрасен, как глубокий водоворот. Пожалуйста, будь поближе ко мне. Рады, рады. Just as during the rainy season, the current of a river becomes very forceful and floods its own banks, Gokula, similarly, the Ganga river named Radha overflows the restriction of her Dukula, two families, her own and her in-law's family. Комментарий. Я читаю комментарий. Ну да. If they will read, then I can read. Говинда Махини, мне читать прям полностью или как? Или вы меня остановите? Ну, он несколько строк прочитал. Да. Комментарий. Комментарий Ананта Дас Бабаджи. Когда Кришна играет на своей очаровывающей всех флейте, то Радха выбегает встретиться с ним, подобно тому, как река течет навстречу океану, стремится. То есть у нее нет сил. Так же, как сезон дождей, течение реки, да, материальной, становится очень сильным, и река выходит из берегов, затопляя вообще все вокруг, подобно реке Ганге. Также и Рада, она перетекает через все преграды Дукула, двух семей, ее собственной семьи и семьи мужа, когда она наполняется сладкими волнами страстной любви к Кришне. Рады. So the flow of Ganga was so overflooded. Ганга, она настолько затопила все вокруг, переполнилась. Radha love become overflooded. Любовь Радхики затопила все вокруг, переполнилась. There is two shore of Ganga. Both sides shore. One is one side and another side. Shore. Shore. River banks. Два берега у реки. And these two river banks are two family members. И эти два берега реки сравниваются с двумя семьями. One is a father side, and one is a husband side. Я ее мужа. It's all flooded. И все это затоплено. There is no shore now. It's unflooded. Все затоплено. See, not see now flooded. Flood means there is no limit of the water. Что такое потоп? Это когда вот одна вода и ничего кроме воды. Every home, every village. It's half full of water. Every house is full of water because there is no store now.
такое разлив реки? Это когда не видно деревни, все буквально до крыши затоплено, одна вода видна. It just continues here. Similarly, the Ganga River named Radha overflows the restrictions of her Dukula. Dukula means two sword. Радхика, она превосходит эти семьи, то есть она их не слушается, как река, которая затопляет оба берега Дукула. They are the blockage, no? For the river. They maintain this river limitations. Нет никаких ограничений для реки, когда она выходит из берегов. In our life also there is limitations. В нашей жизни тоже есть ограничения. And her life was also limitation from father family and husband family. Даже в жизни Радхики есть ограничения, как от ее семьи, ее отца и от семьи ее мужа. But today is so much flooded, water comes from the flow, that there is no soul left. Но сегодня и река переполнилась настолько сильно, что она разлилась, и теперь не видно ни этого берега, ни другого. When it is filled with extraordinarily sweet waves of passionate love for Mohan and forcefully flows on towards the Krishna ocean. И она очень мощно, как река течет к океану, она течет своими волнами любви к возлюбленному Кришне. You see the ocean and the meeting of the river. Вы видели когда-нибудь, как в океан впадает река? I see. Я видел. Sometime you see the flow is from this side. Иногда вы видите, что идет поток оттуда туда. And after some time you see the flow from this side. А иногда видите, ocean is flowing to the river. Будто бы это океан. I was sitting and watching in the Ecuador. Когда я в Эквадоре, я видел это. То есть я смотрел очень долго, наблюдал за этим процессом. I remember this pastime there. Очень хорошо это помню, и тогда вспомнил тоже эти слова из книги. How Radha is flowing to the ocean, and how ocean is flowing to the Ganga River. Это как Ганга впадает в океан, но и океан тоже впадает в Гангу. There was Christian group. Там была группа христиан. I have a full of tears and I when I see this and I remember this past time and I am full of tears. Я тогда сидел полностью в слезах, и я плакал, потому что я вспоминал это описание из книги и очень, ну, сильно плакал. I said, my dear, you are a very fortunate person, the owner of the house. You are staying in the beautiful site. And when I explained, he started also crying. И я сказал владельцу дома, дом находился как раз рядом с этим местом, я сказал, насколько же ты удачлив, что ты можешь видеть это чудо. And his all guests start crying. Он тоже начал плакать, и все тоже прониклись вокруг. Now, who is Ganga and who is ocean? Nobody knows. Никто уже не может понять, где Ганга, где океан, кто куда втекает. So the force of Radha's love is so strong, she forget about her family. What will happen? Soul is over. There is no soul left. Любовь Радхики настолько сильна, что она забывает о своих семьях, так же, как река переливает, затопляет берега. Both side villages flooded.
maybe to the hollow house. This wave goes to the every village and every house. Ничего не остается, одна вода, и вот эта волны любви, они затопляют все деревни и все города. And with the touch of the Ganga touched the ocean, he also want to flow in that direction where the this love is coming, and ocean is flowing over Ganga. И когда Ганга впадает в океан, то океан тоже хочет такой же любви, да, вот как у Ганги, и он впадает в нее, поэтому. You want to know this, right? So beautiful, right? Yes. Очень clear to you? Вам понятно? Ответ на вопрос еще, правда, не прозвучал. Гурудев... Да, момент, да, экстатичный. Рады, yes, рады. Moment it's ecstatic, he's saying, but his question was about... It's like in the end of this commentary. Go on. Говинда Махини, можно я вот это место прям в комментарии, я его нашел, это середина комментария, вот где вот описано вот это состояние. А там длинный, да, комментарий? Нет, это предложение буквально одно. Просто, может быть, тогда Гопинат Прабу сейчас прочитает Гурудеву, чтобы он понимал. Потом да, это... Вы скажите, Гопинатхи, это после, когда приходит этот заклинатель змей, дает ей мантры, вот и следующее предложение пошло. Когда она слышит своих родственников, она просто улыбается, как глупая девушка. И когда она слышит критику и ругань своих старших в спину, и ради удовлетворения Шьямасундары, она принимает большие страдания за великое блаженство. Шьямасундари Прабу is asking to read. It's like in the commentary, it's after snake charming scene, when Krishna is like a snake charmer came, and then it is explained how the relatives of Radhika, how they are cursing her, but she is like, she doesn't care. Can you? No, I will explain you. Bhava meaning is very deep. Значение Бхава да, очень глубокое. You gave the paragraph. I will try to read. You want to read that all? That is behind meaning. Gopinath, can in this commentary, can you find this? I found it, yeah. Okay. She covers her eyes with her hands in the daytime to learn how to walk in the dark at night. And she rewards a snake charmer with a jeweled bangle for teaching her a mantra that will stifle the snakes that might attack her at night. This is the thing. Ask to him. Yes. This from here. Yes, after this. Ask to him. Это то, там, где заклинает, да, что она просит у заклинателя змей мантры, чтобы после этого, да? After that, no? After, yes, okay. After. Next sentence, Guru. It is as if she's deaf for the words of her superiors. And she simply smiles like a fool when she hears the criticism and rebukes of her relatives. You see? Madness. Здесь говорится о том, что Радика, она закрывает глаза днем для того, чтобы знать, как ночью ходить. Она у заклинателя змей просит мантры, чтобы змей ночью отпугивать. И когда ее старшие, они ругают ее, они критикуют ее, самыми последними словами оскорбляют, а она будто глупая девушка, она просто улыбается, пропуская все мимо ушей. И Гурудев говорит, смотрите, это полное сумасшествие. To become foolish is intelligence. Мудрость в том, чтобы стать таким глупцом. And to ignore
ignorance, when we ignore other, angerness, criticism, and criticism, that is the intense love, we don't bother anyone. И интенсивность любви, она делает так, что Радхика, она полностью игнорирует эту злобу, направленную к ней, критицизм и оскорбление. Because they are... Life, Gurudev. This is a spiritual life. Day-to-day life, we cannot do it. Суньяти говорит, we have to be in a spiritual life. We have to ignore. Many wants to engage in the day-to-day work, but we become fool for our spiritual life. But we cannot do in material way. Material life is different, and a spiritual way of life is different. She is doing this in madness and foolishness, showing, ignoring that she is not the idea about that. Радхика, она, ну, делает, как сказать, Радхика, она как бы представляется, да, такой совсем глупой девушкой, которая вообще и понятия не имеет, что происходит, что ей говорят. Из-за этого сумасшествия любви, то есть любовь к ее возлюбленному, она делает ее такое, абсолютно невосприимчивой. И также мы в своей духовной жизни, если нас кто-то пытается вписать в какие-то действия, да, то мы, чтобы совершать баджан, да, мы тоже можем быть глухими к таким просьбам. Просто. Why to bother for negative things? Зачем беспокоиться о негативе? Always see the positive. Всегда будьте в позитиве. She never want to deviate from the goal. Так, так же, как Радхика, никогда не отклоняется от цели. Really, honestly, who don't know, they are foolish. But she is a fool. То есть она притворяется, да, глупенькой. Это ее мудрость. She's deaf for the words of her superiors, and she simply smiles like a fool when she hears the criticism and rebukes of her relatives. For Shyam Sundar's sake, she takes even unlimited misery to be like great bliss. Ради Шьяма Сундары она готова принять вот всю тяжесть вот этого жалкого положения, когда оскорбляют и критикуют, и со злобой что-то говорят. Говорите, остается глухой к словам ее родителей. Игнорирует. For her is not important job to go in the conflict. Не будет конфликтовать, для нее это совсем никакого смысла не имеет. She has no time for that. So she become foolish. Конфликтовать, поэтому она притворяется глупенькой. Beautifully Baba writes. Прекрасно пишет Бабаджи. Full of rasa. Наполнен расой. Говинда Махини, спросите, ну, как потом они вот, как они утром возвращаются, вот они, ее родные, они же, наверное, помнят, куда она убежала вообще, догадываются, и как потом вообще Рада и Кинкари это все разруливают, или Гопи, ну,
где, может быть, я не встречал какое-то описание. Он Махарадж сказал, что это не очень важно. Ну, пару слов хотя бы. Шьяма Сундари Прабху, he is wondering, when Radhika is going out with such a angerness of her relatives, when she is coming back, what is happening? How Kinkaris, how Sakis, how they are doing with the situation when relatives knows that she went out at night? She nobody knows. She ignore like this. Like I say. Никто не знает. Она игнорирует. In the house, full water is there. Потому что это как вот дом заполняется любовью, да, чувствами. Доверху. She takes all the pot, there is the water full. Ага. То есть она смотрит по горшкам в доме, они все полны воды. Evening time she no need to go to bring water from Jamuna. А, то есть ей нужен предлог, чтобы уйти. Она смотрит, вроде все вода есть в доме, и у нее нету причины выйти из дома к Ямуне. He said, take this water to us, Manjari, and put in the land. И она поэтому говорит Манджари, возьмите, пожалуйста, горшки, идите потихоньку, вылейте куда-нибудь. In the garden. It up to evening. Куда-нибудь в сад, пожалуйста, до вечера все горшки опустошите, чтобы воды в доме не было. And see, can go and bring the water, how they will drink all that. Поэтому у нее появляется причина, чтобы выйти из дома к Ямуне, иначе воды не будет и пить не смогут домочадцы. Ананг Манджари. Ананг Манджари, one name. Ананг Манджари is the shadow of Radhika. Нанга Манджари, младшая сестра, она как тень Радхики. The real Radhika, when she has to go, she goes. Туда, куда же Радхика. And Ananga Manjari is working in the home. What Ananga Manjari is doing? Living in the home with mother-in-law, with his all the working and living and cooking, doing. And Radhika go there. Она живет. They are thinking Radhika is here. I see. И Ананга Манджари, младшая сестра Радхики, очень на нее похожа. Она живет там же, и когда Радхика уходит, то Ананга Манджари делает работу, и все видят, что вроде Радхика дома. Nobody knows. One day by mistake, when they are coming back, Krishna took the blue clothes and Radhika wear the golden clothes. Однажды произошла ошибка, и утром, когда Радхика и Кришна возвращались по домам, они нечаянно надели одежды друг друга, и Радхика пришла в золотистой одежде. And she come in the golden clothes, hidingly and dressed. И она проникла в дом тайно, но на ней были свидетельства встречи, это была золотистая одежда. And when she come, Ananga Manjari goes out, she merge in Radhika. Is a Shakti, expansion of Ananga Manjari is Radhika. She goes in and come out. So Ananga Manjari go there, what she like to do. And that time Jatila come. И Ананга Манджари, она в то время тоже была там, и она помогла Радхике. И когда пришла Джатила, and she see that Radhika is wearing yellow cloth.
она увидела, что золотистая одежда на Радхике. She said, very angry. Она пришла в ярость. So, angerness, she starts shouting. Она начала кричать. Then Lalita was there, Abhishaka. Подруги Радхики тоже были вместе с ней. She engaged to her. What happened? What is going on? И Лалита сказала, что происходит? Что случилось? Почему такой крик? So she said, you do see, this my daughter-in-law is wearing yellow. She has a blue sari and where go my blue sari? Она сказала, посмотрите на мою бесстыжую невестку. Где ее синяя сари? Почему на ней золотистая одежда? Are you blind? Синце, are you blind? Лолита сказала, вы что, слепая совсем? She was angry, more angry. И она была в гневе, но она еще больше раздражалась эти слова. I'm blind. Она сказала, я слепая, да я своими двумя глазами это вижу. You see, the sun is coming. Налита сказала, посмотрите, золотистое солнце сходит. You see sun ray? Это же лучи солнца окрашивают ткань. And in talking, little out, she bring. Пока они разговаривали, принесли одежды Радхике. And in between, Manjari changed blue coat. Быстренько Манджари поменяли все обратно на синие одежды. And then he said, come and see, show me that. И она сказала, давайте вместе посмотрим. She was nervous. Just now I see yellow, now is it blue? Когда сунрей make me to see like yellow. Они поменяли одежды, она говорит, ну как же, только что были желтые. Может быть, действительно, я как-то не так увидела, меня солнце ослепило, у меня зрение от этого как-то исказилось. Йога Майя. Йога Майя. These are the past time, and we have to live in this past time, and that is the lesson. Это игры, и мы должны медитировать на них, жить в этих играх, жить ими. Very yeah. Beautiful. Very Thank beautiful. You, Maharaj. Rade, rade. Thank you. Any more things? Oh, 12. Very fast. How many? 34. Wow, 34. So many. Gurudev, also yes. one question from Radha Mohan Prabhu. Because he asked me to ask you a question like a few days ago. Yes. He wants his Gayatri meditation to be deeper. So he is asking you how he should meditate on Gopala mantra in Manjari Bhav. Maybe more deep you can explain, because about that we should stress on Gopi Jana Valabha. We know this explanation. Maybe you can further a little bit elaborate
Вопрос на Гопала мантру. Как медитировать на нее Манджари Бхаве? If you have a mood of Mother Jasoda, then what is the mother is telling what? Gopal. Krishna. So Krishna, meditate in Krishna. If you have a Vatsalila, some mother lila. Гопала мантра, она универсальная. Если вы в настроении мамы, то вы акцентируете на имя Кришна, да, на первом имени мантра. And if you like to play with him, to make him horse, then I'll say, hey, Govinda, chal. Mm-hmm. Oh, Govinda. Come with me, come with me. They don't say like pray to them. He never, the friends never pray him. Если вы order him. Если вы хотите развить дружеские отношения, то как друзья называют его? Говинда, говорит. И они не молятся ему, да, со сложными руками. Говорит, эй, Говинда, иди сюда, иди туда. Будь моей лошадкой, давай поборемся. Вызывают его на поединок. Govinda is good. Это имя Говинда для сакья расы. And if you want to go in the service of Radharani and want to be a dasi of Radhika, and then you have to take the shelter of Gopi Bhav, Gopi Janavallava, who is the lover. The gopis are the lover of this Krishna. This Krishna I love, he is the lover from the gopi. Если вы хотите принять прибежище у Мадхури Абхавы и служить Радхике, то вы должны обращать внимание на гопи Джанавалабха, на это имя, потому что это имя означает возлюбленный гопи. And if you see Prabhupada, Jai Radha Madhava Kunja Vihari. Пел всегда этот баджан. And second line, Gopi Jana Vallava. Он пел Jai Radha Madhava Kunja Vihari, Jai Gopi Jana Vallabha Giriwara. Jai Gopi Jana Vallava. Is a Gopal mantra word. Это слова из Гопала мантры, поэтому он не случайно пел постоянно этот баджан, и все поют. To me, it means he was not in Sakhabhav. He was follower of Radhika. И для меня это очень большое доказательство того, что вот некоторые говорят, что он был в Сакья-бхаве, это совсем не так. Все указывает на то, что он был Братха, настроение Рада Дасим, Манджари Бхави. And this is Ishtadeva was Radha Madhav. Мы Ishtadeva были Radha Madhav. And his bhajan was Braja Kunja Vihari Mood. Vihari means Braja Mood. Кунджа Бихари — это настроение Вриндавана, вриндаванские игры в лесу. Because he mentioned Кунджа Бихари and Govardhan. Потому что там используется Кунджа Бихари, да, Кунджа только во Врадже, в лесах, сокровенные игры. И Говардхан — это тоже место сокровенных игр. И имя Гиривардхари тоже оно относится к любви. And specifically you say, not Devaki Nandan, Jasoda Ananda. I meditate in Jasoda Ananda, not in Devaki Nandan. Я медитирую не на Деваки Нанда на Кришну, а на Яшода Нанда на Кришну, на Вриндаванском. My Krishna mother is Jasoda, not Devaki. Мама моего Кришны, мама Яшоды, а не Деваки.
I like this. Мне очень нравится эта песня, этот баджан, который везде поют, по примеру Шрилы Прабхупады. I like Gopi Jana Vallabha but I like Yashoda Nandan. I like Govardhan. Гиривардхан. Мне очень нравятся имена Гопи Джана Валабха и Яшода Нандана и имя Гиривардхари в этом баджане. We cannot meditate whole book. We can got the realization only one point to meditate, one word to meditate. Можем получить реализацию даже медитируя на одно единственное слово мантры. One word can change our life. Одно слово может изменить нашу жизнь. Sadhu sangha, sadhu sangha, sab sastra kohe. Love means small. Love – это маленькая частичка. Smallest. Самая маленькая. Mercy of sadhu. Love matra sadhu sangha, sab siddhi hai. All perfection. Все совершенство можно обрести посредством самой-самой малюсенькой частички вот этой чистой садусанги. За одну маленькую частичку секунды можно обрести все совершенства. Рада Мохан Прабху что-то спросить, уточнить. То есть, может быть, на какую-то картину медитировать, имеется в виду какую-то, как лилу, да, вот как... Если Кама Гайтри это вот как из Рада Раса Суданицы, может, это мне тоже интересно. Гопала мантра and Кама Гайтри meaning in Вилас Пусамаджали 16. Да, значение 16. Рада Вилапа Кусуманджали, 16 стих, это картина, да, оттуда, как сказать, сцены, это как комментарий на Гупала мантру и на Кама Гаятри, настроение, которое там. If you are very rasic, you will understand by this. If you not understand. Если вы расика, то вы поймете значение. Then you read on and on, two, three. А если вы не поймете, то просто читайте раз за разом. Remember the lines and feel. Помните строки этого стиха и повторяйте мантру. Suniti can explain you. Anyone can explain you. Suniti сможет вам подробнее объяснить. Who is meditating in this mantra? Потому что она медитирует таким образом на. Gopinath will explain you. All will explain. Because this is our bhajan. Это наш bhajan. To do in this way. Нужно так делать, наполнять его. Yes, Gurudev. I all understand what you say. Thank you. Your English is good now. I said. Ваш английский улучшился. Я удивлен, что вы разговариваете. Thank you. I try. He's listening. Gurudev is listening to every your class without translation even. Because he has so much mamata and eagerness. Wow, very nice. Я сказала, что вы слушаете даже без перевода лекции. Thank you.
The next question from Ananta Prabhu. Ананта Прабу, вы где? Скажите что-нибудь, чтобы на экране появилось. Вот. He's asking about how to chant Mahamantra when it is problems with the throat, when the person is ill and he has problem with voice, how to chant out loud. Is it how to say? Non-necessary to chant loud. Не обязательно громко повторять всегда. Inside. Можно и внутри. Ну, если... Even the lips cannot move. But very difficult to do. But inside, voice cannot come out. This is the best chanting. Гурудев говорит, что лучшее повторение — это когда неслышное повторение. Because you know, Gurudev, in Narayana Maharaja's Sangha, the advice is to chant loud, really loud, to hear what you are saying. So it's the problem when you have no voice, how to chant. And Ananta Prabhu says, voice is inner voice. Loud they say because we don't chant. They want to check it. No? We have no practice. But in Vrindavan nobody chants loud. Если вы приедете во Вриндаван, вы не услышите громкого повторения, чтобы вот вриндаванские преданные ходили громко повторяли. Они повторяют про себя. This is for Western people. They teach you chant loud. Это западных преданных повторять громко. But in Vrindavan, if they will chant loud, this is problem. They have to chant inside. They are listening and 99% you will see, they listen katha and chanting. Во Вриндаване все, многие, 99%, они повторяют про себя, и они всегда с мешочком, то есть они всегда повторяют, и даже когда катху слушают. So chanting is inside. Потому что их повторение внутри. Your mud sculpture, I don't know, but this is the real thing. But loud chanting, if I cannot chant, how I can chant loud? Я не знаю, chanting is important, loud and slow, no meaning. Я не знаю, как у вас принято в Мадхе, в вашем обществе, как бы, чего совета вы придерживаетесь, для всех разные рекомендации. He's chanting, no loud. Сейчас все повторяют в этом классе, все, кто сидят по ту сторону камеры, повторяют тихо, вы же не слышите, как они повторяют, сидят. И неважно, как вы повторяете, главное — повторять мантру. Но нужно придерживаться, конечно, того совета, вот, где вы находитесь и чье прибежище принимаете. Как повторять? Действительно, никак тогда это препятствие, поэтому главное не громкость, а просто повторение. Thank you very much, Maharaj. I just have heard that silent chanting is for very advanced devotees. I'm not like that. He said that silent chanting, he heard that silent chanting is for advanced devotees. And he said that he is not in advance at all. Your humbleness is a great man. Вы очень смиренны, это очень хорошо. You can chant because you are humble. Вы поэтому можете повторять, потому что у вас есть смирение, значит, точно вы можете тихо повторять. When you go with them, chant loudly. And when you are alone, chant loudly. Inside and see what test
coming to you. Вы можете проэкспериментировать, когда вы находитесь в группе, да, где-то вы можете повторять громко, как это принято там, где вы практикуете, да, а когда вы один, можете практиковать, можете тихо повторять и потом посмотреть именно практически, как на вас влияет такое повторение и такое тихо и громко, и сравнить, ну, то есть на своем опыте. My blessing to you. Даю свое благословение. Money is okay. Yes. I'm browsing through questions, another questions. 12:30. Also, Ananta Prabhu is asking about kavachas, about Nrisimha kavacha. It's very, this mantra is very popular among Russian devotees in different sanghas. So, but he heard that these kavachas you also should take from the bona fide guru. So doesn't mean that it's useful when it is chanting Nrisimha kavacha, when it's chanting without getting it from the guru. Я спросила про Нрисимха кавачу, можно ли ее повторять без посвящения, то есть, ну, не получив ее от гуру. Very good for protection. Нарисимха кавача хороша для защиты. And Нарсинга give protection to the Vaishnava. Нарисимха защищает Вайшнава. But I never practice like this anything. Но я никогда ее не повторяю, эту мантру. Everything comes and goes. What to do? Все беды приходят и проходят сами. Гурудев их просто принимает. And I cannot share my problem when I love. Когда я люблю, я не могу делиться проблемами со своим возлюбленным. Maybe she is giving this problem for learning more. I never say to her. And I never pray for removing my problem. Проблемы посылаются для того, чтобы я мог улучшить себя, чтобы я, как бы, чтобы все становилось лучше, и я не могу молиться об избавлении проблем, потому что, ну, это не мое настроение. То есть я благодарен, принимаю и понимаю, что это во благо все. My goal to serve him and love him. My goal is not asking, demanding anything. Моя цель — это не просить, не требовать, не просить для себя. Моя цель — это любовь. I know. And nobody teach me to do. In Brajamood, we do. We care that why I bother for. He will protect me and care. We have to take care of him. That is the meaning of love. Быть в настроении враджа — это значит не просить что-то, а желать дать что-то, да? Не просить для себя защиту, а самому пытаться защитить, да, своего возлюбленного, объект своей любви, своего иштадева. He comes to do like a human pastime. Narayan Maharaj is telling. Нарайан Махараджа говорит, что Кришна явился, явил свои человекоподобные игры во Вриндаване. So I have to believe they are human. Why to pray to them?
Поэтому я должен воспринимать и Радхику, и Кришну подобно людям, поэтому зачем им молиться и просить у них какой-то защиты? They are not God. This Krishna is lover of my Radharani. Кто такой этот Кришна? Он возлюбленный моей Радхарани. I don't want to see him sometimes. Иногда я даже видеть его не хочу. Now he knows he started wearing clothes. So he become more attractive. And my eyes go to him, what to do? Иногда I don't want to see him. I want to avoid him, just not to see. But he attracts my heart. Когда я прихожу на даршан в храме, его иногда мохана украшает так красиво, что мои глаза буквально они устремлены к нему, но я закрываюсь, я даже видеть его не хочу, потому что он возлюбленный моей Радхике. When he can attract me, why not my Radhika will attract to see him? Yeah? Always. He do different play. Sometime he appear. Sometime Radha appear from his different Leela is doing there, sitting and playing there. You believe? Ask from here devotee. They put the flower backside and Radharani appears. Sometime Krishna appear. It's a very mystical and surprising. Yeah. Not only I see, all they see, Ras Leela, Shyama, Gopinath, all they are looking. They put flower and this become Krishna, sometime Radha. It's surprising, you know? We need to ask them. We need this story. They are sitting, come. Гурудев говорит о том, что Радха Мохана не являет, они очень игривые божества, и что Кришна и Радхика, они иногда действительно мистические вещи делают. Там что-то с гирляндами, с цветами, это где-то появляется, говорит, вижу, это не один я. То есть они играют не только со мной. Преданные, которые там находятся и живут постоянно, они тоже свидетели этих игр Радха Мохана. Раде. Thank you, Maharaj. Говинда Махини, вы не могли бы сейчас перевести? Но я слышал, что в основном Нарсимху воспринимают как воплощение Нараяны, то есть не как Кришну, а как Бога. И что Нарсимха Кавачу преданные еще читают для защиты других. То есть преданные проводили эксперимент, то есть читали Нарсимха Кавачу, и в этом городе преступность падала практически до нуля. Но сейчас в России есть опасность беспорядков. Вы, наверное, может, новости слышали, может, нет, но я в том числе для этого иногда читаю, чтобы защитить других. Да, и в чем вопрос тогда? Ну, так если молитвы действуют, то значит, все действует, можно и без гуру повторять эти кавачи. Но я не знаю, действует или нет от Махараджа. Я хотел бы уточнить о Махарадже, поэтому и задал такой вопрос. Ну вот он, я могу сейчас, да, повторить, но он вот, ну, вообще с Нарисимхадевом как бы не вообще никак. First you look, listen from Rasa Leela, then I will answer that. Ага, сейчас Раса Лила Диди, она расскажет, они служат Радха Мохану, божествам, фамильным божествам. Пять минут они расскажут об опыте таком трансцендентном, ну, необычном очень. Then, yeah, Gurudev was sharing this about the backdrop, the last backdrop that still is there. You can see in the darshan, it's like a golden color. It's a big flower behind. May just. Rasa Leela, can you speak loud. A little bit? Can you explain once again what happened with flowers? Because I didn't catch one, Gurudev. Yeah. Okay. Yeah, it's now it's clear? Yes, better.
Okay, then Gurudev was sharing about this this what's happening with the backdrop in the altar. What means the backdrop? What's the word? What is behind them in the altar? And what happened? What happened? So this backdrop we made is just fabric, and we made a flower behind. No, there is, you can see in the darshan, this last darshan, there is a big flower behind them, golden color, just fabric, no? And we made a flower. But you can see, actually, Gurudev, so the first day was like, to me, I was there, and he told me, look, in the backdrop, there is Mohan, and they say, no, it's a flower. And then he say, no, look, it's the face of Mohan is there. Then I was watching with him, and slowly, watching, I see, and Mohan's face was there, fully, like turban, peacock feather, eyes, nose, everything. And then all the Lila was going like, oh, and look, also Radha is there. And then, wow, yeah, Radha is there. And we could see like all the shape, like breast and veil, everything, no? So... He was sharing this, and then we show also to Gopinath and to Shamapriya, and then everyone could see, and yeah, so nice. This in the evening. Раса Лила рассказала, и Гурудев тоже поделился, что божества, они действительно, они очень игривые, они очень живые, преданные, они служат, им шьют постоянно новые одежды, украшают алтарь, и вот Раса Лила, они сделали задник, задний фон для алтаря, вышили там золотистые цветы, ну, просто цветы и все. А потом Гурудев пришел и сказал, посмотрите, там же Радха Мохан, то есть там проявились как Радха Мохан и Радика, то есть на этом фоне, хотя они этого не делали. То есть, ну, вот такие игры божеств. And next day, also some lila happened. Next day, this Krishna is not Krishna there. Radharani appears there. You see? Us? Amma. This Shama was there. But you see or not? Yeah. See? What is the problem? И на следующий день там проявилась Радхика, то есть на первый день там Кришна был, хотя там просто цветы были преданные, ну, вышивали цветочный узор какой-то, но там реально Гурудев показал на очертании, это один в один Радха Мохан. Но на следующий день они пришли, там уже были очертания в этих цветах не Радха Мохана, а фигурка Радхарани. And morning you see the flower. А утром видели, ну, цветы обычные, там, вышитые. And evening time it happens. А вечером уже была как будто как фигурка Радхарани из этих цветов. And now we are thinking how to do, because we have to remove that backdrop and how to do. Теперь не знаем, убрать его этот фон или нет, или оставить. Yeah.